Всем привет, дорогие друзья, с вами Скряга. Сегодня у нас на повестке дня вот такой вот маленький кукурузник. Сделан из ПВХ пластика. На просторах интернета нашел шаблоны. Вот. Можно, конечно, увеличить на альбомный лист. По величине будет он больше. Но единственное, что там качество не очень линий. И привлечение получается вообще пиксели. Надо будет линейкой прорабатывать линии, чтобы ровнее был лес лобзиком. Вот. Ну, я решил сделать такой вот маленький. Newport 17 модель. Вообще, сайт там рассчитан на фанеру 3 мм. Куча всяких поделок разных. Если найду ссылку, то скину в описании видео. Вот, и там уже кому что душе угодно, может выбрать и вырезать, выпилить, из чего угодно. Вот. В принципе, стоит на полочке, радует глаз. Такой вот костенькая моделька. Подобное еще будет на канале у меня. Транспорт в основном. Вот. По самолетам еще не искал, не смотрел. Может, что-нибудь еще сделаю. Может, вертолет какой. Ну, конечно, есть, но простенькие. Что-нибудь посложнее выбрать. Вот. Ну, так, в принципе, все, что можно сказать. Красил. Основной цвет из баллона распылил. А всю мелочь красил уже кисточкой. Потому что особо здесь не подобраться в некоторых местах. Вот. Как вариант покрасить все отдельно, а потом собрать. Но либо использовать клей, который не будет оставлять белых следов. Либо, не знаю, либо делать жесткое крепление пазов. Вот, ну, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи!